Добрый день, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Вы уже видели то видео, где я нашла эту коробочку. И, в принципе, я вам все тогда показала, что в ней находилось. Но, дорогие мои, я кое в чем здесь не разобралась и хотела бы спросить вашего совета, потому что возможно, вы что-то знаете. Ну, вот это вот был браслетик. Он, я так предполагаю, он вообще ничего не стоит, потому что он сделан что-то вроде как из алюминия. И у него там написаны, я так думаю, это, знаете, как выдержки из Библии. После также там вот эти были сережки. Нет, не сережки, клипсы. Камень маркаситы, и на них проба стоит 900, не 25-я проба, 935-я проба, и написано Germany, немецкая проба. Я не знаю, там будет вам видно или не будет, потому что это очень, сами знаете, как пробу тяжело очень снять. Нет, не получится. Так, потом, к сожалению, была только, упс, только одна маленькая клипса, и камушек это коралл, и проба у нее 800-я. 800-я проба это проба серебра, и в основном это делали в Германии. Пробу 800-й пробы. Так что если вы увидите 800, знайте, что это серебро. Так что вот коралл, и, к сожалению, она оказалась одна. Так, что-то еще было. Потерялась я. Так, лодочка. Лодочка на ней не стоит никакой пробы. На магнит она не приклеивается, не реагирует. Так что 100% сказать, что это серебро, я не могу. Но похоже на серебро. Но никаких обозначений у нее нет. Коробочка малюсенькая. His Master Voice. Это здесь были иголки для патефона. Были. Нету ничего. Вот она. Знаменитая Лизет. Ящерка. Конечно, ящерица очень красивая. И у нее тут один камушек, к сожалению, тоже потерялся. И она тоже 935-й проба. Вам, наверное, тоже не будет видно, но я постараюсь это заснять. Нет, не видно. Вот прямо у нее по центру, видите? Ну, это вот сейчас оно кверх тормашками. 935-я проба. И это значит тоже немецкая. Видите, как получается клипсы этой же пробы.
Также вот он, браслет. На браслете пробы нет, но англичане, это не значит, что это не серебряное, потому что мы привыкли, что обязательно на серебре должны быть пробы. Это не так. Ну вот тут видите как? По-моему, вот это будет вам видно. JS. Также это там нарисован лев и другие значки. И браслет весь сделан. Видите, на нем ручная гравировка. Я нашла, кто его сделал, забыла я имя, но, в общем, сделано это в Англии и где-то сделано в 60-е годы. Так, с этим тоже понятно. Теперь, непонятно мне, дорогие мои, вот с этим. Что это такое? Я понятия не имею. Или оно было к чему-то приклеено. И из чего оно сделано, это мне тоже непонятно. Но вы знаете, очень похоже на кость. Очень похоже. А внутри приклеено. Видите, там как, я даже не знаю, материал, не материал. Ну, в общем, вот такое вот. Я не знаю, вот я хотела вас спросить насчет этого. И здесь посмотрите. Здесь марка. Ну, вот как марка. И, скорее всего, это была тут цена. Или это от чего-то отпало, или, ну, я не знаю, у меня нет никакой идеи. На английском, по-моему, это называется камеас. По-русски я не знаю как. Ну, очень, вы знаете, такая интересная вещь. Действительно интересная. Вот, или, возможно, это какая-то брошка была. Ну почему тогда вот это у нее залеплено? Вот это вот мне непонятно. Ладно. В общем, непонятки с этим и вот с этой миниатюрной коробочкой. В этой коробочке лежал вот этот дяденька. Видите, она как раз сюда подходит. Все. Но коробочка сделана из кости. А вот это, видите, он похож на индейца, по-моему. Но он не похож на, я не знаю, там на римлянина. Сейчас я вам скажу почему. Вот посмотрите. У него оказалось вот здесь написано. Я не знаю, опять же, будет вам видно или не будет. Видите, вблизи. В общем, я специально написала на бумажке, как это выглядит. Написано у него. Сейчас я вам покажу. Вот что написано. Так и написано. Тра и а внизу но. Я сперва подумала, думаю, может быть, это тра и а. Это какое-то имя. А но это номер. Но, по-моему, это Трояна. Это знаете, как, ну как, троянский конь.
В общем, с этим мне непонятно. Вот это вот я понять не могу, что это такое. Возможно, вы знаете. И как оно? Или он тут лежал, или его сюда просто положили, но коробочка, видите, какая она? Она совсем малюсенькая. Вот. И на коробочке там тоже были сделаны как какие-то подписи. И видите, по центру вот эти вот линии. Четыре линии. И мне вообще напоминают даже, возможно, какие-то китайские это значки. Или китайские, или японские. Потому что я где-то такое видела. Видите, вот, это не поцарапанное, это как подписи на них были. Вот видите, вот. Только они со временем стерлись. Коробочка сделана из кости, из какой, понятия не имею. И посмотрите, вот это внутри у нее идут вкрапления. Вкрапления золотого цвета. Что это такое, тоже понять не могу. Это, возможно, даже это золото. А может быть и не золото. Ну и что это такое? Это слоновая кость, не слоновая? Или может быть от какого-нибудь бешеного поросенка? Так что не знаю. Серьезно говорю, не знаю. И был вот этот человек, вот этот Троян, или тут лежал? Может быть, вы такое видели? Ребят, напишите, пожалуйста, потому что, вот, серьезно говорю, я это не знаю. Вас спрашиваю. Ну и потом уже, знаете, если мы заговорили о серебре, я хочу вам дать один маленький совет от меня. Дорогие мои, сейчас очень много людей ездят за границу, мотаются в страны, где продают дешевое серебро, покупают, но понятия не имеют, что, возможно, вы купили не серебро, а подделку. И вот такая подделка есть у меня. Она в шкатулке не лежала, я просто вам хотела давно это показать. И сейчас я специально вытащила, думаю, а то ж потом опять забуду. Вот видите, цепочка. Сейчас постараюсь снять пробу. Вот видите, вот, видно, 925-я проба на ней написана. Видите как? Вот такая симпатичная, камушек у нее сияет как бриллиант, вообще просто, просто красота. Ну-ка, давай-ка снимайся. Так, видите? Да что ж это? Ну вот, вот так получше. А теперь смотрите. Вот беру магнит и раз, и все. Видите что? Это не серебро. Вот это вот фальшивое серебро. Вот оно все куском здесь прилипло. Видите как? Но, опять же, кто не знает, кто сейчас, допустим, ломанется проверять свое серебро. Смотрите. Я, кстати, тоже так же разволновалась. Я пошла проверять то, что у меня есть, где там, какие у меня цепочки были. И вы представляете, я беру цепочку, которую я купила в Москве, не знаю, лет 30 тому назад, золотую.
И где-то в ГУМе, в ЦУМе, не знаю где, я беру магнитом ее раз, а у меня где застежка, раз, и оно примагнитилось. Я думаю, бог ты мой, это ж столько я проносила, и это у меня не золото. А потом, дорогие мои, все застежки, послушайте, все застежки внутри содержат механизм из металла. И поэтому любая застежка из серебра, из золота, она будет притягиваться магнитом. Так что, если вы начнете проверять, и застежка у вас примагнитилась, то это так и надо. И если вы поедете куда-то за границу или соберетесь вдруг, ну, попадется вам, допустим, захотите купить серебро, хотя бы самым простейшим способом, если у вас в кармане нет магнита, подойдите хотя бы там к любому киоску и купите магнитик, допустим, там, я не знаю, за 50 копеек на, ну, вот продают на холодильнике магнитики. Потому что этим вы можете сэкономить себе деньги. Ну, вот так, вот такое вот мое видео, дорогие мои. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете про эту коробочку. Это троянский конь, не троянский. Он тут был или не тут был, и вообще, что это такое? В общем, вот эти две вещи мне непонятного происхождения. Я не знаю, что это такое. Дорогие мои, огромное вам спасибо, кто досмотрел это видео. С вами была Элла Австралия. Всего-всего вам самого хорошего. Пока, дорогие мои.